Ой, прям в меня стреляет. Ой, как нехорошо, а. Так, и дальше я не могу ехать. О, засада, засада, ребята. Полностью засада. Есть, уничтожили. А дальше, давай, едь, пожалуйста. А-а-а, вертолетчик, гад, слушай. Так, давай, давай. Ой, ё-моё, он меня ранил. Ладно, давайте немножко отъедем. Потому что на том холме очень тяжело уничтожать вот эти танки. Вертолетчики. Есть! Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть Hills of Steel. И давайте возьмем классический схватка с боссом. Будем, значит, воевать с боссами на нашем танке Титане. Так, у нас здесь будет очень много боссов, ребята. Так, едет первый босс. Удар грома. Так, ладно. Так, мимо. Ну, сейчас он подъедет, я его буду стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он решительно решил пойти. Так, ну, давай, ты не поднимешься, нет? Все, убили его. 10 монеток. 10 монеток дают? Сейчас, подожди. Сейчас я посчитаю, сколько дают монеток. Так, армада. Вот этот нехороший, слушай. Вот этот, ребята, нехороший. Да, видишь, как он стреляет, нехорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сразу мне выбил шапку. Давайте мы его сейчас щелкнем. На, давай-давай-давай-давай, еще подъедь. Подъедь ко мне поближе, гад. Смотри, что творит, а. Смотри, что творит. Есть, разбили. Разбили. 17 монет дают. Так, этого чувака. Так, видишь, я не успеваю сюда подъехать. Ёлки-палки. Ой-ой-ой-ой-ой, нафиг, назад, назад, ребята. Ждем. Ждем, пока подъедет. Давай немножко назад отъедем. Так, и его тактика, видишь, какая? Стрелять, как крыса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На, разбили его. Разбили, хорошо, следующий. О, бомбардир, окнут. Я не знаю, как нам что делать, ребята. Я не могу подъехать к нему. Давайте мы спустимся сейчас. И будем отсюда стрелять. Есть удар один. Хорошо. Но как же ты нехорошо стоишь. На, еще. Да он мне не дает подъехать. Ай, гад, а. Так, все разбили. Едем дальше. Давай, едь, пожалуйста. А-а-а, вертолетчик, гад, слушай. Так, давай, давай. Ой, ё-моё, он меня ранил. Ладно, давайте немножко отъедем. Потому что на том холме очень тяжело уничтожать вот эти танки. Вертолетчики. Есть! Есть, уничтожили. Это танк мы уничтожили, ребята. Ой, танк, говорю, вертолетчика. Так, бомбардир. О, вот этот серьезный дядька. Серьезно, серьезно, серьезный. Этот вот бросает вот эти штуки. Ой-о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 й. Как нехорошо, а. Так, еще один удар. Еще один выстрел на него. Да ты че, а? Не убиваешься, гад. Смотри, что творит, а. А вот тебе... босс. Вот это босс. Так, следующий танк. Лазерная пасть. Вот это серьезный чувак. Этот будет лазером стрелять. Так, раз, один выстрел. Второй. Так, тихо-тихо-тихо. Не сердись, чувак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, уничтожили. Отлично, 2300 монет у нас уже. Так, следующий. Удар грома. А, ну это первый танк. Надо его как-нибудь... Ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем. Есть попадание. Так. Есть еще попадание. О, как он меня щелкнул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошо, нехорошо, нехорошо он мне щелкает. Давай, давай сюда подъезжай. Раз, два, три. Есть, хорошо, подъехали мы прям под этот танк. Так, следующий бомбардир, да. Армада. Так, стреляем. Попадем, нет? Есть попадание. Еще. Так, все, отъезжаем. Сейчас мы его здесь будем щелкать. Раз, два, три.
Ах, нет. Нет, ребята. Все уничтожили. Хорошо. 2500. О, следующий. Так быстро. Смотри, тот еще не успел взорваться. Легион. Ребята, ребята, ребята. Так, ё-моё. Ой, прям в меня стреляет. Ой, как нехорошо, а. Так, и дальше я не могу ехать. О, засада, засада, ребята. Полностью засада. Есть, уничтожили. Ой, мне надо подлечиться еще. Так, давайте подлечимся быстренько. Кнут. Следующий танк едет. Давайте подлечимся. Так, немножко подлечили, совсем немножко. Так, ё-моё, его бы уничтожить. Тихо-тихо-тихо, гад. Ты что творишь, а? Надо мне титан улучшать все-таки. Чтобы у него выстрелы мощнее уничтожали эти танки вонючие. Так, поехали вертолетчики. Ну, за вертолетчиков много дают денег зато. Есть попадание. Сейчас здесь он подъедет. Сейчас я его щелкну. Давай, дружище. Есть. Есть. Тихо-тихо-тихо. Обстрелял, обстрелял, вижу. Ну, сейчас ты вернешься. Раз. Два. Так, давай-давай. Попадание есть. Вот, уничтожили. Так, следующий вертолетчик будет. Второй. Да, вот это вот боссы, а. Это сколько боссов тут. Так, есть попадание. Этот у меня бомбардир, вонючка. Ё-моё. Не знаю, смогу ли я его, ребята, уничтожить. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, разбил. Разбил мой танк, да. Ну ладно. Заработали, посмотрим, сколько монет. 780 монет мы заработали. Я считаю, что это очень даже неплохо. А, давайте в пустыньку. В пустыньку с вами поедем. Тоже немножечко повоюем на нашем танке. О, первый вертолетчик, я его щелкнул. Так, вот этот чувак маленький, малыш, на тебе, отдыхай. Ой, классическая игра в пустыне, ребята. Сейчас будем здесь стрелять, зарабатывать монеты. Где у нас тут? Вертолетчик, наверное, будет, да? Не знаю. Нет, пока вертолетчика нету. Вот эти вот чуваки едут. О, с бомбардирчиком. А где бомбардирчик, я не понял. А, вот он стоит. Но он не заедет. Кишка танка заехать ему сюда. Слишком высоко. Так, вот этого сейчас я щелкну. Есть, готов. Так, 2900 монет. Нормально. Надеюсь, сейчас до 3000 мы, ребята, соберем денежек. Я луну хочу открыть. А луна стоит 7000. 7 или 5000 стоит луна. Так, едет у нас босс. Угу. Гад, а? Смотри, что творит. На, один удар тебе. Ой-ой-ой, обстреливает, обстреливает. Хорошо, у него этот есть. Лечилка. Сейчас подлечимся. Вот, хорошо, 100% подлечились. А, вертолетчики летят. Мне нужен выступ. Мне, ребята, нужен какой-нибудь выступ. Холм. А, опять обстреливать, смотри. Да ё-моё, вот эти вот танки маленькие мне мешают. Есть, хоть вертолетчика мы убили. И то хорошо. Ох-ох-ох-ох-ох, тихо-тихо-тихо-тихо. Откуда ты вообще взялся, алё? Чувак. Едем дальше. Так, вот здесь хорошо, выступ. Если сейчас будет у нас... А, вот эти ребята. Так, отлично, уничтожили мы одного. Теперь вот этих ребят надо пострелять. Ну, этот может подняться, может что-то он халтурит, слушай, а. Так, вот два сразу, два. Один и второй. Готов. Итого у меня уже 2900. 2959 монет. Едем дальше. Так, уничтожили. Сейчас ждем, ребята. Ждем. Никого нету, ладно, поехали. А, вот едет. Один. Второй. Два танка. Маленьких. А где вертолетчики наши, друзья, ребята?
Никого нет. Ладно. Ух ты, как раз мне попался. Второй, сейчас я вас щелкну. Удар. Так, этого чувака сейчас сделаем. Щелкнем. О, ребята, сколько вас тут много сидит, а? Все, отдыхайте. Отдыхайте, ребятишки, отдыхайте. Ох ты, чувак едет. На тебе, подлечимся сразу. Так, тихо. Не спешите, ребята. Скоро-скоро будет босс. Скоро-скоро будет босс. Скорее всего, вертолетчик. Да, а может танк будет? Да, танк едет. Кнут, бомбардир. Вот он едет. Так, сейчас мы его будем щелкать. На. А ну у него вот эти большие, как бы, но не особо мощные, по правде. Уничтожили, подлечились и едем дальше. Уже 3000 монет, ребята, мы собрали. Хорошо. Очень даже хорошо. Ох ты, на, держи, получай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это нехорошо. А, вертолетчик, сейчас ждем вертолетчика. Есть, вертолетчик уничтожен. Так, теперь вот этих ребят надо как-то выманить. Не знаю, сможем мы выманить. Есть один. Так, что там еще, второй, да, должен быть? Так, и второго уничтожили. Третий. Четвертый. Да сколько вас там, а, ребятушки? Сейчас я вас всех пощелкаю. Вроде никого нету. Поехали. А, нет, едет. Так, ну этот гад будет до меня ехать или нет? Давайте сейчас назад отъедем. Подождем. Не, кажется, он застрял в песках. Застрял в песках, ребята. Да, действительно. Их вот двое здесь едут. Только так надо ехать. В атаку. Так, вертолетчик, гад. Давай, подъезжай. Ох, не было бы еще вот этих танков, а? Ох, мимо. Так, готов. А теперь вот этих вот малышей надо подстрелять. Ну, этот, блин, гаденыш, он опять не хочет заезжать, да, сюда? А что его волна моя бьет, нет? Ладно, сейчас немножко отъедем. Так, а вот еще следующие ребята едут. Ладно, поехали на пролом, потому что он долго будет заезжать сюда. Так, где танки? Так, давай. Ах, нет, не успел. Два вертолетчика, нифига себе. О, сколько вас много, ребята, здесь. Сейчас я вас всех пощелкаю. Главное мне вертолетчиков уничтожать. Так, ё-моё, вот эти стреляют, гады. Я так не могу стрелять. Мне надо еще уничтожать вот этих вот ребят. Есть, один готов. Так, будем ждать, когда он подлетит. Готово. Так, и здесь у меня, ребята, танки. Так, вот он едет, смотри. Так, не могу попасть в него. Слишком близко стоит. На, держи. Отдыхай. Где у нас следующие танки? Тут, я думаю, будет много танков. Вот, видишь? Раз, один готов. Второй. Давай, второй, я говорю. О, тут еще целых два. Мне еще накаляет то, что вертолетчики летают. Они мне не дают проехать. Так, этот готов. Теперь вертолетчика стреляем. Есть. Отлично. Ох. Ребята. Да, оба-на! Есть, еще два танка. Готов. Так, одного вертолетчика мы уничтожили. Второго. Нет, этот не мешает, а? Гад, а? Да ты что, неубиваемый, что ли? Мне надо вертолетчика уничтожить и танков вот этих вот подбить. Прям вообще задание невыполнимое. Миссия невыполнимая называется. Сколько ж вас много-то, а? О, нифига, танк подорвался. Так, подлечимся. Все, готов. Сейчас будет босс, ребята. А у меня уже здоровье. Здоровье маленькое. Так, вот еще один танк, смотри. Сейчас мы его щелкнем. На, готов.
Следующий босс у нас вертолетчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гонец ада. Да, вот этот мощный. Ну, сейчас мы его здесь будем ждать. Давай, лети ко мне, дружище. Мне тебя нужно щелкнуть. Раз. Два. Нет, так. Два. Три. Готов. Уничтожили. Все, сейчас подлечимся. Угу. Ох-хо-хо-хо-хо, как-то вы слишком быстро прибежали, ребята. Я немножко не ожидал, что вы сейчас приедете прям так быстро. Да и вас еще так много. Так, вот этого главное щелкнуть. Готов. Пулеметчика вот этого. И красненький останется у нас. Все. Ребятушки, отдыхайте. Монетки соберем. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, ребята. Сейчас вы мне тут вынесите мозги. На. Так, у вас слишком много здесь. Надо подлечиться срочно. Хоть немножечко. Есть. Так, и последний чувак. Я ждал, пока исчезнут те танки, потому что смысла стрелять нет. О-о-о! Дружище. Слушай, у тебя и здоровья уже мало. Чё ты на меня лезешь-то, а? Ребята, очень много танков, я смотрю. Очень много. Так, 3200 у нас уже монет. Начинали мы с меньшего. Так, вертолетчик, на, отдыхай. Ох-ох-ох-ох-ох. Последний остался. Есть, не готов. Давайте дальше едем. О, дружище. Так, у меня уже здоровья мало. Сейчас меня кокнут. Сейчас меня вот этот, либо вот этот, либо следующий кокнет. Да, друг друга мы кокнули, ребята. Ну что ж, вот так вот мы поиграли с вами, интересно. Посмотрим. Рекорд мы побили, да? И денег 397 монет заработали. Почти 400 монет, я считаю, что очень даже неплохо. Ну что ж, 3282 монеты у нас. Так, а ну подожди, классический. Ага, крушитель луны стоит 7000. Ну, почти что половину мы заработали. Будем дальше играть и зарабатывать. Ну, а на этом будем ролик заканчивать, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте приветы. Всем пока-пока.